Почему ты готова переспать первым встречным после бокала вина? Потому что алкоголь раскрепощает. Для тех людей, которые себя постоянно контролируют и подавляют свою сексуальность, это способ снять стыд и чувство вины. Развязанное сексуальное поведение может быть своеобразной местью за то, что раньше вы были очень хорошей девочкой. Особенно, если вас воспитывали в строгости, многое запрещали, но вам сильно хотелось. Ну вы поняли, да? Если женщина после бокала вина где-то в кафе, в баре, в ресторане, неважно, хоть в лесу, да, вдруг вступает в какие-то отношения с первым встречным, то это просто-напросто она воспитана хорошо. Она просто-напросто такая по-девочка и решила раскрепоститься. И знаете, что самое интересное? Я почитал комментарии под этим видео и смотрите, что пишут женщины. Это шок. Читай внимательно. Возможно, там твоя.